Да. Ну чё, вот уже потихоньку преображается эта хрень. Сейчас, камин. Сейчас посмотрим, что там у тебя получается. Потихонечку. Кстати, вот с этим довольно-таки неплохо смотрится. С чем? С таким вот полом. А, в смысле, с еловыми досками? Да-да-да, с еловыми досками. Ну да, они просто, ну, красные. Плохо то, что он бросался в глаза. Сейчас ну, еще. Сам по себе тоже цвет неплохой, но бросался в глаза. Вот это плохо было. Сейчас еще тут заменим. А вот еловые доски, они такие темненькие. Ничем не примечательны. Неплохо смотрится. Так, вот сейчас тут еще тоже заменим. А, блин, тут же шлава. Тут не получится еловыми досками заделать. Значит, будем... Вернем старую обожженную глину. Тут же ж не получится плава. Будет гореть это все дело. А, ну да. Хорошо, что глина хоть не горит. Ага, значит здесь мы вот так вот сделаем. А здесь у нас будет такой вот переход в еловые доски. И будет так вот. В принципе, более-менее сносно. Так. Так, ну что, двери здесь можешь поставить на фоне? Или не надо? Да, я думаю, не надо. Ну да, я тоже думаю, не надо. Так, да ё-моё, ставься. Вот, поставилось все. Значит, заливаем сюда воду. Координаты. Вот они, координаты. Так, записываем. F3. Ой, какой F3, блин. Да, F3. Так. 835, 72, 192. Вот так вот. Так. Ну чё, я свет уже убираю? Угу. Можешь свет убирать. Там что-нибудь придумаем. Ну другое. Да. Так. Какой-нибудь такой свет, ну, чтоб нормально был. Тест. Просто когда много ламп, вот. Тоже понимаешь, это никуда. Собака пи. Так. Я не помню, перед собака П надо ставить этот пробел и открывать эти квадратные скобки и писать координаты. Ну да. Так, ладно, попробуем так. Смотри, еще... пишешь, что створ, собака П. Я понял. А, потом так, ну, пробел не надо ставить. Перед собака П это створ. Все, значит, все, я понял. Значит, я неправильно написал. Так, 8, 3, 5, 72, 192. Ой, блин. Так, норм. Запятую за кого поставить. Y равно 72, запятая. Z у нас равен, сколько там, 192, и радиус 1, закрываем все дело, и сюда надо какую-нибудь херню сбросить, сейчас посмотрим, будет загораться лампа или нет, так сделаем. Ну, если что, потолок тоже из песчаника я решил убрать, и попробую заменить каким-нибудь другим. Угу, выбирай, можешь выбирать, что надо. Так, а я пока что тут... В общем, слушай, что, давай, может, мы запишем, отснимем это, а потом в конце, когда я доделаю комнату, а у нас же время точно, да. У нас время. А, показать ладно. Уже готовую комнату, ну ладно, не да важно. Да покажем, успеем еще. Так, собака, значит, все-таки здесь пробел надо ставить. А, тю, блин. Здесь. Значит, вот так вот. Вот. Да ё-моё. Собака пи. Вот так. Готово. Всё. Вроде работает. Тестфор. Да, работает. Работает, да? Да. Тестфор работает. Это вот сюда, сюда становиться надо? Да. Что-то не работает. Не, я под лампу пока провел. Я этот еще не делал. Ничего такого механического. Сейчас буду делать теперь сам механизм душа. Можно сделать.
Можно сделать душ самый обычный, то есть просто вода льется, а можно прерывисто. Хочешь, я тебе потом покажу душ, который просто у меня на канале есть? Давай, я тебе потом скину ссылочку, и просто ты посмотришь, и может быть тебе даже понравится. Ну, посмотрим. Так. Значит. Тут можно как-то сделать так. Нет. Не так. Так, тут, наверное, разместим такую выемку, я поставил, и тут разместим различные цветы или еще что-нибудь подобное. Так, значит, сделаем вот так вот. И сделаем. Ну вот, неплохо смотрится. Так. Вот так. Так я забыл, потолок же нужно заделать. Стоп, а ты не знаешь, какой ID у. А, стоп, плита освещания. Какой тебе надо ID? Мне нужно плиту из песчаника. Плиту из песчаника? Сейчас я тебе скажу, у меня тут Том и Нитом стоит. Типа 44.1, да? Сейчас. Нет, не 44. По-моему. А, нет, угадал. 44.1. Ну, ты знаешь, в чем проблема? В чем? Так, попробуем так сделать. Алло. What the fuck is... Stop being shit, интернет. Так, сейчас. Посмотрим. По-моему, Никита вылетел. Да нет, не вылетел. Или вылетел, фиг его знает. Да, он с сервера вылетел. Сейчас, может, подключимся. Так. Значит. Мы сделаем все это дело вот так. То есть поставим. Нет, все-таки он вылетел. Значит, мы сделаем здесь вот так. Вот так. И сделаем вот так. Ага, вот, все, он вернулся. Так, давайте ему позвоним. В скайп. Алло. Алло. Это ты вылетел или у меня интернет? Да нет, это я вылетел. Что мы с тобой говорили, что ты, возможно, там вылетишь или еще что-нибудь, а получилось все наоборот. Так. Так, ну ладно, придется тогда вручную ставить эти плиты, потому что они ставятся в нижней части блока, как я уже и сказал. Ага. Значит, мы сейчас здесь три сделаем. Вот стол, все дела. Долго будет, так что придется вот так вот сделать. Так. И. Чувствую, ускорять на своем видео все-таки много буду, потому что занимаюсь какой-то хренью, тут декора, пацаны, конечно. Так. И. Ставим сюда красный факел. Так вот это все будет выглядеть у меня. Проверим. О, смотри, я сделал душ. Давай, иду. Причем оригинально я его сделал. Зайди, попробуй. И чё оригинального? Посмотри, как я его сделал.
И чё оригинального? Система. Типа на воронках, да? Ага. Типа умник такой, да? Придумал сам. Да, я сам это придумал. Так, знаешь, как это школьники говорят? Ну да, да, механизмы там. Ой, я залагал. Как школьники, знаешь, говорят-то все. Я сам это придумал, сам сделал. Да. Вот так вот и я. Или вот так, знаешь, когда показывают очередной механизм, который все уже видели по 100 раз, он такой... Угу. На самом деле этот механизм я придумал сам. Да-да-да. И начинают говорить там. Ага. Или когда этот, когда туториал уже по этим же механизмам начинает. А, и сейчас знаешь, что он говорит? Как да, начинает вот объяснять. О, это вообще пипец. Да, и еще говорят, типа, на ютубе я таких еще не видел, у русских рестоунеров, понял, может быть они и есть, но я их просто не видел. Да-да-да. Начинают продолжать там, загонять. Да, такая, такое бывает, да, пипец, конечно. Так, значит, с ванной подумаем, теперь сделать эти кабинки для толканов. Я думаю, их можно сделать просто вот так вот взять, смотри. Вот так вот отгородить. Сейчас, секундочку. Давай, иду. Вот так вот отгородить. А зачем много кабинок, не могу понять? Две кабинки сделать. МЖ. Вся херня. Ага. Типа, ты живешь в своем доме с девушкой? Ну, мало ли, все возможно в этом мире. Так, вот так вот отгородить, я думаю. Ну... И вот так вот убрать можно здесь угол. Странно немного смотришь. Херня получается. Можно сделать вот так вот. Вот тут вот так вот, там вот сделать. То есть вот так. Вот. Вот так. Ну да нет, ты смотри, видишь, тут ванная, она как бы нужно хотя бы, чтобы один бок тут расстояние было от нее. Ну, в принципе, ой. В принципе, да. А то, ну, как-то странно смотрится. Значит, можно сделать вот тут. Это все дело. Сделал такие кабинки. Не будем париться. Так. Ого, мы уже 33 минуты снимаем. Да, довольно много, кстати. Угу. Сейчас кабинки я доделаю и закончу на этом. Я думаю... Ух ты, тут пещера какая-то. А я, короче, знаешь, как с этой горой сделал? Вы соедите полностью весь этот гравий, чтобы он не мешался. Булыжник заменил на землю, короче. Опять? Что ли? Опять вылетел. Ну вообще шикарно, просто. Я не знаю. А, ладно. Столько записывали. Да ёпс тудей. Ладно, мы тут пока что продолжим строить нашу ванную. Так, ой, тут нужно поменять наш блок. И здесь мы сделаем вот так. Думаю, довольно неплохо будет смотреться. Так, будем ждать, пока он теперь зайдет. На сервер, надеюсь, там ничего такого серьезного. Так. Давайте ему теперь опять позвоним. Опять? Да, вот, это та курьезная ситуация, когда у тебя никогда не лагал интернет, и как только ты начал записывать, у тебя он вылетел 2 раза почти, за менее чем за час, блин. Ага. Это странно, как, блин, у меня никогда такого не было. Ну, это как этот, говорили же, чтобы, говорю я, что, может, буду вылетать. Ну да. В итоге, наоборот, все получилось. Так, я запомнил. Да, нужно продлить.
Значит, тут мы сейчас это все заделаем нашим любимым кварцем. Люблю кварц. Да на самом деле у меня все карты из кварца. У меня тоже. У меня все проекты построены на кварце. Ну, типа так, поясню всем, типа, я тоже карту строю там еще. В конце видео уже пояснил. Не, ну а чё, зачем говорить мне так? Так, ладно. Тут потом сделаем вот так вот. Так. Вот так. Тут можно сделать как-то вот так. Так. Чё, блядь, самолёт летит, что ли? Мне показалось. Да. Жутко, конечно, жить, когда можно что угодно ждать. Ага. У нас тут каждый практически... Ну, не каждый день, но буквально сколько? Через... Ну, вот, через... Ну, вот, получается, как сказать... День через день, ты хотел сказать? Через каждые дня 2-3 летает самолет. Ну да. И причем летают очень конкретно и выбрасывают эти тепловые ловушки и вся херня вот эта. И получается такая вот ботва. Жесть. Так, вот так вот каждый день у нас. Ну, практически каждый день. Так. Так вот. Наверное, я вот эту серию... Можно, в принципе, отснять долго серию, но поделить на несколько частей. А, да, так, кстати, тоже можно сделать, да. Так, значит... Я там как-нибудь это все, ну, ускорю, понял, там. Mm-hmm. Может, поставляю реплики наши, может, еще что-нибудь. И постараюсь, чтобы это все ладно. А я еще, наверное, отдельным этим роликом запишу фейлы. Сделаю, смонтирую там, сколько, 2 или 3 фейла у нас было. Сделаю отдельно. Так, здесь поставлю сундучару. Так вот. Здесь будет выглядеть это все дело. Все, толкан будет самый обычный. Импровизация вся херня. Самая обычная импровизация вся херня. Ага. Вот так вот. Ну, самый обычный толкан. Будет у нас. Ну, можно еще, конечно, сделать, чтобы там туалетная бумага выдала вся фигня. Но это уже потом. Так. Тут то же самое сейчас мы сделаем. Там. Так. Конечно, много у меня... Не слишком, точнее, много получилось задекорировать. Да, все равно. Сам понимаешь, время, все дела. Ага. Так, а здесь у нас как получится? Ага, у нас вот так получается. И нужен блок. Ой, теперь нужен эта херня. Так, я сказал. Ну, по мне, так камин неплохо совсем выглядит. Ну вот так, если смотреть, вот так еще на F1 поставить вообще четко. Да, наверное, кстати, даже скрин сделаю сейчас. Поставлю на превьюшку. Так, и здесь можно как-нибудь оригинально это все замудрить. Так. Так, и вот так. Так, вообще, ну, вот Redstone Tutorial рубрика у меня, да? Я вообще не знаю, что с ним, что делать. В смысле, механизмы какие? Да, вообще не знаю, что можно сделать в этой рубрике. Ну, на самом деле, как мне кажется, Redstone Tutorial просто пилить это, ну, не знаю, по мне, как кажется, скучно. А вот именно пилить их в механический дом и потом показывать... Постройку. Ну, не в саму постройку, а понял, когда уже сам дом, ну, показываешь. Ну да. И там да. Показываешь все эти механизмы, и после этого можно делать уже Redstone туториалы. Mm-hmm. Ну, знаешь, некоторые люди это там. У нас тут это постройка механического дома, это как и Redstone туториал, и сразу дом. Ну, конечно, ну, да. Естественно, я все показывать не буду, что я делал. Естественно. Это понятно. Чтоб интригу оставить. Ух ты! Ёшкин. Чё, нравится? Ага. У Зелика, по-моему, такая. Какая? Люстра в большой комнате, где часы стоят. Не-не-не, у Зелика по-другому. Похоже что-то.
у Зелика вообще люстра такая какая-то странная, на самом деле, я когда увидел ее. Думаю, кто же ее смотрит. Кстати, неплохо, реально смотрится все. Даже так, если этот. О, точно, я сейчас так вот тоже скрин забабахаю. Поставлю на превью. А не, давай, да. Я даже вот так вот сделаю. Вот, даже сам стану. F5 и F1. А? Чтоб не было. Сделаю превьюшку. F2. 41 минуту уже снимаем. Ну да, много на самом деле. Так, F1, сейчас уже скоро будем заканчивать. Так, это можно пока что убирать. Тут над дверью подумаем. Как можно дверь забабахать. В общем-то, сегодня я сделал душ. Душ работает. Да, душ работает. Ну, хоть не на вагонетке. Или там... А то бы, мне кажется, нас бы засрали в комментариях. Да, или там, знаешь, на нажимной плите. Так становишься на нажимную плиту. А, да. Тоже. Или когда вообще ужас, когда кнопку нажимают, знаешь. Да. Или рычаг. Еще хуже. Угу. Я этот, короче, помню, делал, когда свой первый механический дом. Это у меня, получается, был канал другой. У меня же было всего, у меня было, прикинь, 3 канала. Да. Вот это третий. Вот, я когда ж на втором канале, или... Да, на втором я делал механический дом. Я этот, получается, делал такой вот душ. Я брал систему Сиверуса. Вот, и делал вот так вот на вагонетке, не на вагонетке, а на нажимную плиту ты становишься, все делаешь. А у системы, у Сиверуса же было немного по-другому, ты помнишь, у него животное ходило за ним, точнее, там, зомби. Там, этот, в одном механическом доме там по-другому была система. Там, получается, ты на нажимную плиту становился, там активировалась вся херня. Либо на вагонетку, ну, в угол становишься вагонеткой, там активировалась система, которая там подает через каждые там несколько секунд потоки прерывистые. Я помню, делал такую схему там. Ну, дом, кстати, неплохой получился. Вот. Так что прикольно получилось. У меня даже где-то карта, по-моему, осталась на механический дом. Ну все, в принципе, смотри, вот я доделал. Я тоже тут кабинки сделал, все это доделал. Свет, вот, смотри. Попробуй там, не знаю, включить-выключить, может, что не получится там у меня. Ну вот, все, в принципе, неплохо так. Угу. Смотри. Неплохо включается. Неплохо загорается. Ну да, там, задержечка там. Угу. Все дела. Неплохо, кстати. Этот... Главное не использовать эти сундуки Эндера. В декоре. В смысле? В декоре. Потому что у меня механизм склада будет основан на сундуках Эндера. Хорошо, главное, я главное, понял. Главное их в декоре не использовать. Ну хорошо, я понял, да. Так, не буду тогда. Над ванной еще подумаем. В общем-то, на этом, я думаю, мы закончим уже 40... Ну да. 45 минут снимаем. Я думаю, наверное, поделю это на две части. Ну а я, наверное, смонтирую это либо все в одну, либо опять же, как и ты, поделю на две части. Вот, ну что ж, всем спасибо за просмотр данного ролика. С вами был Джокер. И Чикабум. Всем удачи и всем пока. Давайте, удачи.